Я вам покажу монолог Хлопуши, которого я играю в драматической поэме Есенина «Пугачёв». Хотите? Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт, тучи с севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Пётр, чернь его любит, забуйство и удаль, я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал, но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шибить нелегко, оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко, и холодное, корявое вымя сквозь тьму, прижимал я, как хлеб, к истощенным веком, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как 2 цепных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга? Прорубились ли в Азию бунтовщики? Или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу. Смейся, человек, в ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы терний. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острожничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черт ли с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик, все равно, что овца, что курица, ежедневно, молясь на зари желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я, там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Ха-ха-ха. Так он сказал мне, вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 ночи, 3 ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Ну что ж, дорогие мои товарищи, я хотел бы закончить. И я только хочу вам одно сказать. Я очень рад, что мне удалось у вас выступить, потому что никогда я не обхожу институты, когда меня приглашают. Извините, что это было днем,
Они не было, когда это было вам возможно. Но вы знаете, как я здесь плотно работал. Я вырываюсь довольно редко, раз в несколько месяцев. И хочется как можно больше людей принять у себя на выступлениях. Но вы видели, что я для вас программу построил немножко по-другому, потому что эта обстановка чуть-чуть другая, чем там. Я благодарю вас. Благодарю вас действительно искренне. И уезжаю с настроением хорошим. А уезжаю я через минуты две. Благодарю вас и до свидания. Дорогие товарищи, сегодня у Владимира Семеновича день рождения. Разрешите от вашего имени поздравить его и зачитать приветственный адрес. Владимир Семенович, примите наши горячие поздравления с днем рождения. Ваш неувидаемый талант поэта, артиста и исполнителя авторских песен много лет приносит большую радость огромной аудитории советских зрителей всех возрастов и профессий. Желаю вам здоровья, радости, большого личного счастья и дальнейших творческих успехов. Коллектив научно-исследовательского института управляющих вычислительных машин Северодонецка. От имени всех присутствующих разрешите поздравить вас с новым днем рождения. Крепко вам здоровья. Дорогие мои, спасибо. Я растроган. Но я вам должен сказать, что не надо меня звать Владимиром Семеновичем, рано еще. Спасибо.